Начинаем репортаж, последнюю часть, запуск. Запуск, значит, системы. Итак, систему-то видели. Вот она. Мотор на 300, мотор на 500, на 600. Ну, показывал три ролика. Ваттметр включаем и запускаем. Значит, сначала запускаем вот эту возбуждение. Потом запускаем, значит, реле. Запускаем реле, а потом запускаем систему. Как видите, система работает нормально. Выход 80, ну, между 70 и 80 вольт выход. То есть работает отлично. Так что осталось две батарейки, и будет работать автономно. На этом заканчиваю четвертую часть. Ждите пятую, когда будут работать батарейки. Всем желаю удачи, исполнения всех желаний и хорошего настроения.